На всех сразу бросаем на пол. Да! Да, застрял где-то у меня там под ногами, ребята. Что происходит? Пускаем ракету сразу же, чтобы уничтожить толпу. Ребятушки, всем здорова, с вами как всегда Артмен. Ребятки, сегодня в этом ролике все легендарные танчики из игры Heroes of Steel, ребятки, будут сражаться в режиме приключения вместе с самым крутым мощным бустером, ребята, который называется Напалм. Начинаем мы, как всегда, с самого первого легендарного танчика Скорпиона. Ты перед началом не забудь поставь лайкос на этот видосик, не забудь также подписаться, ну а мы начинаем. Итак, ребятушки, мы на легендарном Скорпионе, вот оно, на этот крутой танчило, ребятки. Как вы помните, легендарный Скорпион атакует всех своей кислотной пушкой, плюс у него классный хвост, которым он тоже, ребята, всех атакует. Так, ребятки, у меня с собой бустер Напалм. Его нужно, так сказать, использовать вовремя, как раз когда будет много врагов, нужно будет задействовать, ребятки, этот бустер, чтобы он нанес как можно больше, конечно же, урона противнику. Так, так, ребятки, у нас тут летают всякие разные самолеты, капец, это атакуют, кстати, меня жестко. Так, о, ребятки, смотрите, здесь три врага сразу. Так, подождите, ну я с ними справлюсь. Я с ними и так, ребятки, справлюсь своим хвостом, своей пушкой, потому что у меня мощный танчило. Так, вертолеты все тут просто подлетают, хотят уничтожить, ребятки, моего Скорпиона. Но у них ничего не получится. Так, аккуратнее, аккуратнее, надо уклоняться, ребятки, от удара этих вертолетов. Так, там еще и самолет. На! О-хо-хо! Ребятки, отлично, я попал в самолет. И вертолет, и еще один вертолет там летит. Так, нужно в него попасть. Да! Замечательно, ребята, капец, что-то были одни летающие противники. Так, а где все, кто катается у нас здесь по земле? Где земляные, земные, точнее, противники? Так, где они? Это опять, ребята, летающие истребители, я в него не попал, к сожалению. Так, я, подождите, подождите, а где все танки? Где все там? Вот, наконец-то, хоть кто-то. Смотрите, как я в него четко попал, жесть просто. Так, ребята, аккуратнее, здесь у нас враги подъезжают. Воу, на, получай, на, тоже получай тебе. Так, ребятки, надо использовать Напалм. Нужно использовать его максимально четко. Воу-воу! Сразу двух уничтожил. Не знаю, как, ребятки, это получилось. Хорошо, двигаемся дальше. Так, вот у нас здесь сразу два, ребята. Про три, четыре. Так, ребята, еще летающий вертолет. Давайте кидаем Напалм. Напалм, Напалм. На! Вот это разгром, видали? Он сразу четверых победил. Блин, да их там еще целая толпень. Вы видали, сколько здесь врагов, ребята? Что-то их на одном месте и прям сразу очень-очень много. Так, ребята, у моего Скорпиона уже на самом деле становится мало жизней. Так, так, ну это мне не помешает, это мне не помешает. Конечно, я смогу победить, давай, давай. Так, ребята, вертолет, да, все. Наконец-то я их всех смог сбить, ребята. Ну что, кто там следующий? Следующий у нас, кстати, скоро с вами, ребята, будет Босяра здесь. На, все, ребята, завалили этого пулеметного танчилу. И у нас босс, босс, ребятки, попался, бомбардир. Сейчас мы его с вами будем побеждать. На, получай, Босяра. О-хо-хо! Вы видели, с одного выстрела, смотрите, сколько у него уже жизни осталось. Да почти ничего у него не осталось. Так, давайте его хвостом, 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 подходи, на! Так, я не попадаю, ребят, не попадается хвостом. Давай, да! Все отлично, ребята, мы прошли этот уровень. Итак, ребятушки, хорошо, мы тут какие-то с вами миссии выполнили, переходим к следующему легендарному танчику, который будет сражаться с бустером Напалмом. Это у нас Конг, ребята, он и без того наносит мощные крутые удары, но с бустером будет еще лучше. Итак, ребятушки, мы на легендарном танке Конге. Вот он, смотрите, какими своими мощными ударами он умеет, ребята, атаковать вражеские танки. На! О, отлично, ребята, он еще и отталкивает, взрывает. Да ладно, в смысле, как он уклонился от моего удара, вы видели? Вы видели, я запустил в него эти мощные удары Конга, но танк противника абсолютно не получил никакого урона. Так, ребятки, аккуратнее, здесь уже начинают летать у нас вертолетища. О, самолеты тоже здесь. Блин, я не успел попасть. Не успел попасть, вот летающие, ребята. Ребята, цели, летающие цели для Конга, это все-таки небольшая, но проблемка, потому что вот так вот нужно аккуратно по ним попадать. В основном только вот этим его мощным ударом, который наносит удары вместе со взрывами. Это самый жесткий у него удар, удар Конга. Так, отлично, но своими кулаками, ребятки, он тоже отлично здесь всех отталкивает. Вот так просто толкает жестко, вау, жесть. Так, ребята, самолеты, вертолеты тут летают просто вовсю, их тут просто куча, вы видали целую толпу
сразу победил, можно сказать, одним ударом. Это было очень круто, ребятки. Так, снова едут на меня тут всякие танки. Да, сколько вас здесь, ребят, смотрите, их тут сразу четверо. А я их могу просто толкать, ребятки. Здесь вертолеты, еще приезжают танки. А, капец, я их почти завел. Так, ребятки, давайте на них напалм. На всех сразу бросаем напалм. Да! Да, ребятки, вот ради этого стоило сражаться. Вы видали, насколько мощные, просто крутейшие взрывы вытворяет Конг. Просто жесть разносит, ребята. Всех, кто попадает под его удары. А попадает под его удары, ребята, реально тут много танков. На, получай, ты тоже уничтожен. И ты уничтожен. Ой, жесть, ребята. Просто сбил одновременно самолет с вертолетом, ребята. И такое умеет только Конг. Только, к сожалению, он не умеет это делать своими обычными ударами. Не попадает просто, ребятки, не попадает. А вот, получается, нужно наносить удары со взрывами по всем, ребята, летающим целям. Вот так, да, вот так работает. Так, отлично, ребятки, мы уже с вами почти дошли до босса. Смотрите, Конг может просто наступить на танк и перейти его. Капец, смотрите, что происходит. Вот, жесть, ребята, я его перевернул. Я перевернул танчик противника. Блин, он застрял где-то у меня там под ногами, ребята. Что происходит? Он на мне. Вы видели, ребят, что происходит? Так, а ну-ка, получится. А, нет, он просто взял и уехал. Так, а как мне его теперь уничтожить, ребята? Танк просто взял от меня, уехал. Так, хорошо, наверное, должен появиться новый противник. Где здесь? Вот она. Смотрите, я на нее тоже могу, получается, вот так наступить и просто перейти, ребята, туда и обратно. Жесть, короче, Конг просто растаптывает все танки противников. Отлично, ребятки, мы с вами дошли до боя с боссом. Босс у нас здесь попадается, армада. Ну что, ребята, армада, конечно, это слабый противник для Конга. Да мы без проблем, ребята, победим. Но, о, жесть, ребята, смотрите, сколько у него осталось жизни после одного удара Конга. Конг реально мощный танчило, только, к сожалению, кстати, на босса он наступить уже не может. Он не может его перейти, как обычные танчики. Так, хорошо. Ну все, армада, ты побеждена, а мы с вами прошли этот уровень. Итак, ребята, подошло время до следующего легендарного танчика, который будет сражаться с бустером напалмом. Это легендарный Кракен, который атакует всех своими иголками и лазером. Итак, ребятушки, мы на легендарном танчике Кракене. О, жесть, ребятки, смотрите, просто капец. Он, ребята, атакует все танчики своими какими-то иголками нереально жесткими, ребята. А также у него есть атака его мощным лазерным лучом Кракена, ребята. У этого танка вообще, смотрите, он передвигается на каких-то щупальцах, ребята. Это получается его, ну да, это его, ребята, ноги. Это не гусеницы, ничего, это просто его ноги, ребята, на которых он передвигается. Так, а еще, ребятки, у Кракена есть вот такой вот мощный удар, у которого нет ни у какого другого танка. Жесть, как он уничтожает. Просто всех, кто попадает под его луч, конечно же, максимально быстро уничтожаются, ребятки. Так, ну надо не забывать, что у меня еще с собой есть, ребята, бустер напалм, который тоже умеет уничтожать спокойно толпу противников. Хотя его снаряды, ребятки, снаряды этого Кракена уничтожают любую. Просто, ребята, любую толпу противников без проблем, как вы это сами можете видеть. Так, ребятки, ну что, у нас там летают вертолеты. Здесь у нас какие-то танчики. Тоже жесть, ребят. Кстати, да, Кракен не может наступить на танки противника, как вы видите. Он не может наступить, он их просто, ребята, толкает. Смотрите, я просто иду вперед. Толкаю. Блин, их становится очень много, ребята. Вертолеты, танки, самолеты. Так, кидаем напалм. Давай. О, жесть, ребятки, что я попал в вертолеты? Вы видели, какой разгром устроил напалм? Так, хорошо, давайте применим наш мощный удар. Котлари положат конец всем, кто здесь пришел на меня, ребята, побеждать. Вы видели, здесь была целая толпа противников, но Кракену удалось ее победить, ребята, и как вы это могли заметить, это было сделано без проблем. Так, ребята, здесь врагов просто куча, тьма целая, но хорошо, что у нас есть мощное оружие, которое есть, ребятки, у Кракена. Так, мы, кстати, уже с вами почти дошли до боя с боссом. Сейчас будем сражаться с Босярой. Да, ребятки, у нас бой с боссом. Попался нам Босяра, ребята. Кнут, ну, кнута мы победим с вами, естественно, без каких-либо проблем. Ну что, кнутяра, готов? Готов, да он уже почти уничтожен. Все, ребятки, кнут, можно сказать, почти уничтожен. Да, кнут, тебе нет смысла со мной сражаться. Я все равно тебя гораздо-гораздо сильнее, кнутяра. У тебя ничего, просто ничего не получится. Так, ребятки, он кидает, конечно, свои гранаты. Давайте, короче, применим на него мощный лазерный удар Кракена. И мы его, ребята, да, без проблем побеждаем. Мы прошли этот уровень снова. Итак, ребятки, ну а мы с вами подошли к самому крутому легендарному танку этой игры, который недавно добавили. Это, ребятки, легендарный Рекс со своей ядерной ракетой, со своей пастью. И, конечно, теперь у него будет присутствовать, ребята, еще и бустер напалм.
Итак, ребятушки, наш бой на Рексе начинается. Смотрите, это наш мощный Танчило. О, да, ребята, обожаю его мощные, ребята, эти ракеты, которые просто разносят всех вражин. Короче, ребята, у нас попалась карта битва за материнский корабль, а здесь получается вот эти вот летающие лазерные штуки, которые для Рекса являются реально, ребятки, проблемой. Ну хорошо, мы без проблем все равно, мы все равно справимся с ними, потому что у нас есть самое мощное оружие в этой игре, ребята. Это ядерная ракета, которая устраивает просто самые настоящие взрывы. А также, ребятки, у нас есть напалм, надо про него не забывать. Он всегда здесь, ребята, здесь будут точно 100% толпы противников. Они уже вон они, смотрите, сколько здесь летает. Так, ну мы их будем беспощадно просто побеждать. Они, конечно, очень серьезно меня атакуют своими лазерными этими атаками. Но у них ничегошеньки не получится. Так, ребята, хорошо, продвигаемся дальше. Запускаем ракету сразу же, чтобы уничтожить толпу. Вот это, я понимаю, было прямое, ребята, с вами попадание мы совершили. Так, хорошо, двигаемся дальше. Уже почти, кстати, половину карты с вами прошли. Тут вот сколько врагов, их просто на меня прут и прут, ребята, на легендарного Рекса. Просто нереальное количество вражин. Давай, побеждаем их, замечательно, двигаемся. Да, о, просто всех своими зубами раскромсал этот Рекс. Так, хорошо, ребятки, ну что, где тут толпа противников? Где толпа? Мне нужна прям толпа вот она толпа, их тут просто нереально много, ребята. Напалм, напалм, помогай мне срочно, мне нужна твоя помощь. И ракета тоже помогает, давай. О-хо-хо! Жесть, ребята, правда, ракета я, конечно, сильно промазал, но, ребята, напалм мне реально помог. Просто жесть, вы видали, сколько и здесь летает. Просто какая-то самая настоящая толпа арава была противников, ребята, но я с ней справился. Хорошо, двигаемся дальше. Двигаемся дальше, Рексу ничего не страшно, тем более, когда есть такая крутая ракета. Так, кто-то там уже начинает летать. Давайте запустим ракету на всякий случай. О, да! Хо-хо! Прямо четко, ребята, попал в цель. Замечательно. Ой, просто всех, ребята. Искусал, уничтожил этот Рекс. Это нереально крутой танк. Так, ребята, здесь снова летающие цели. Мне их нужно как-то побеждать. Блин, ребятки, давайте запустим в них ракету. Да, о, есть, ребята, вы видали, что-то ракета как-то быстро приземлилась. О, капец, сколько их здесь, ребята, блин, у меня уже половина жизни осталось. Их очень много, ребята, очень много этих лазерных штуковин. И нам их нужно срочно побеждать, да. Фух, ребята, еле как с ними справился. Так, похоже, последний, ребята, последняя толпа вот это вот противников. Давайте ее, конечно, подаем ракетой. И да, хо-хо! Супер, ребята, следующий наш бой, это бой с боссом. Босс у нас, ребята, попался, повелитель. Это, короче, летающая тарелка. Так, ну что, давайте его, может, тоже ракетой? Или не получится? Я уже, наверное, не попаду в него, ребята, ракетой, только если сблизи. Так, ребят, давайте, на, получай, будем его просто, ребята, кусать. У него, конечно, мощный лазерный луч. На, ракету, и мы его побеждаем. Что? Да ладно, жесть, просто ракетой. Итак, ребятушки, ну что, в этом ролике все легендарные танчики сразились, ребята, в режиме приключения с бустером напалмом. Все успешно, ребята, прошли задание, прошли миссию, и напалм, конечно, как всегда, отлично показывает себя, ребята, в бою, особенно против толпы противников. Этот бустер наиболее эффективен, ну а самым крутым танком, конечно, здесь оказался, ребята, легендарный Рекс. На втором месте, ребятушки, у нас Кракен, на третьем Конг, ну и на последнем, четвертом, Скорпион. Вот как они стоят, в такой крутости, ребята, они и располагаются. Ну а с вами был Артимен, если тебе понравился ролик, посмотри предыдущие ролики, как легендарный танчик Рекс сражался против всех боссов, а также как все танчики сражались против босса Повелителя. Ну а с вами был Артимен, всем до новых встреч, ребятки, всем пока-пока!